уезжаем. Сидели до последнего и хотели сидеть. Ну, куда уже сидеть? Уже соседкина квартира разгромлена. Все уже. А что, не дают гуманитарку у нас? Так как у нас дают, так мы уже молчали. Мы бы сами разобрались со всем этим. Ну, так как Европа помогла, что сделать? Они уже Артем, у меня там квартира в Артемовске, на 8-м участке. Уже не моя. А я всю жизнь работал, чтобы заработать квартиру. Понимаешь? Я уже ничего не боюсь. Я боялся, как мне было 14 лет. А мне уже 70. 7 внуков. Ты представляешь, дорогой мой?